Здравствуйте, мои хорошие. Я в маске, потому что мы ждем мастера по мебели. И Смартик ждет. Сейчас посмотрим, как он среагирует на чужого. Даже мне очень интересно. Да, ждем. Они уже позвонили в домофон и едут. Ждем. Сейчас карантин, поэтому без масок никуда. Уже чуть почувствовал. Почуял. Так, кто там, Смарт? Кто там? Да, давай посмотрим. Кто там? Проходи, проходи, да. Пришел чужой. Мастер к нам пришел. Смарт, нельзя. Нельзя. Смарт. Смарт, нельзя. Охранник наш. Так, я вас слушаю. Так, все, пойдем сюда. Сейчас он принюхается чуть-чуть к вам. И перестанет, я думаю. Здесь? Да. Угу. Пришлось посадить его в домик. А то мешает работать. Да. Вот сиди теперь. Ну что, все, мастер ушел. Охранник наш поохранял нас. Показал, как умеет гавкать. Вот он. Все прислушивается. Кто же там за дверью? Чужого в дом не впустит. Всегда на страже. Все, дядя ушел, больше не придет. Поэтому можешь не охранять. Смарт. Показала я вам, как у нас нелающая собака лает. И как она нас охраняет. Я уже показывала в наших видео. На природе он нас всегда охраняет. На чужих лает. И также дома он себя ведет. Нас очень любит. И чужих не подпускает. Будьте здоровы, мои хорошие. И до новых встреч!